Добрый день. Такой мини-чехольчик пришел мне. С магазина Гербес. Стоил он меньше доллара. Как написано, танк 007. Заказывал себе танк 007, по-моему, не помню индекс какой. Значит, маленький фонарик. И вот под него, думаю, такой закажу себе. Можно под ремень. Можно подвесить, в принципе, шит неплохо, надпись Light F, никакое обозначение, что это танк, то, что написано, что это типа танк 007, чехол так называется. Но вот качество самого металла оставляет желать лучшего. Здесь уже какую-то окись пошла и элементы ржавчины уже пошли. Давайте посмотрим. Размеры очень маленькие. Вот так, наверное, будет видно. Полный размер. 9 сантиметров. Ну, так, наверное, вот 6,5. Самого фонаря у меня еще нету. Когда придет, тогда может померяю. Вот такой маленький фонарик. Колумбия типа. Он 6 сантиметров. Если так поставить. Вот он. Как он выглядит. Ну, он тоненький слишком, конечно. Он болтаться будет. Хотя нет, наверное, если на пояс подвесить, будет нормально. Вот такой дешевенький палец у меня. Он 9 с небольшим сантиметров. Ну, он сюда вот он. В принципе, тоже можно поставить. Как-то вот так вот. Ну, тут, конечно, фонарик меньше. В принципе, нормально сойдет, такой небольшой. Ну вот, качество металла вроде должно быть, но неважно. Где-то лежало, проржавел, хотя должна, в принципе, здесь такая нержавейка будет. Качество оставляет желать лучшего. Ну, стоит недорого, в принципе, не так жалко денег. Спасибо за просмотр. Пока-пока.